Вязание полустолбика с накидом. Подготовим для этого цепочку из воздушных петель и провязываем на конце этой цепочки одну воздушную петлю. Теперь делаем накид, заводим слева за рабочую нитку крючок и продеваем его во вторую петлю от конца цепочки. Заводим слева за рабочую нитку, вытаскиваем петлю и эту вытащенную петлю продеваем дальше через две петли на крючке. Первый полустолбик с накидом готов. Повторим. Делаем накид, вводим воздушную петлю на цепочке, протягиваем через нее петлю и эту же самую петлю протягиваем через две петли на крючке.